spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня я расскажу вам о наборе для пикника под названием «Гурман» от компании Fiesta. Рассчитан он на 4 персоны и состоит из 34 предметов. Вес набора около 3,3 кг. Давайте поближе его рассмотрим. Сумка имеет следующие размеры. Длина 44 см, ширина 18 и высота 34 см. Она сделана из износостойкого полиэстера с маркировкой 600D. Он прочный и легко очищается от загрязнений. Для переноски есть верхняя ручка и широкий плечевой ремень с возможностью регулировки по длине. Чтобы избежать соскальзывания сумки с плеча во время ходьбы, на ремне имеется широкая вставка с шероховатой поверхностью. С одного боку есть длинный и узкий кармашек для мелких вещей, который закрывается при помощи кнопки. Чтобы попасть внутрь, необходимо открыть две застежки Fastex. Здесь мы видим очень просторное отделение на двух липучках. В нем можно разместить скатерть, полотенце или что-то еще необходимое для пикника. Второй отсек закрыт молнией с двумя собачками. Это очень объемное, около 15 литров, термоотделение. Для сохранности ваших продуктов и охлаждения напитков оно будет очень кстати. Внутри есть сетчатый карман для расположения хладоэлемента. Он закрывается молнией и крепится к стенке на длинную липучку. Для емкости с жидкостями предусмотрены два дополнительных кармашка. А теперь перейдем к основному отделению, в котором располагается сам набор посуды. Здесь все предметы имеют отдельные кармашки или держатели. Таким образом, все надежно зафиксировано, содержимое не гремит и не ломается. В одной половине расположены 4 глубокие пластиковые тарелки диаметром 15 см. 4 пластиковых бокала, каждый из которых обернут в матерчатую салфетку. Солонка, состоящая из двух отделений для перца, соли или иных специй. Небольшой многофункциональный инструмент с ножом, открывалкой для бутылок и штопором. Также есть небольшая запасная сумочка. С другой стороны мы видим 4 столовых ложки, вилки и ножа с пластиковыми ручками. Также здесь находится разделочный нож с лезвием 8 см и зубчатой режущей кромкой, а также деревянной ручкой. Есть пластиковая разделочная доска. 4 пластиковые неглубокие тарелки диаметром 23 см. А также небольшая матерчатая скатерть. С таким набором, как «Гурман» от фирмы Fiesta, вы с легкостью можете накрыть красивый стол на 4 персоны, даже находясь на природе. А также он может стать отличным подарком для ваших друзей. А на этом обзор закончен, и до новых встреч на канале Spinning Line.